Ну вот, знакомое уже всем место, всем, кто смотрит последние мои выпуски и кто в курсе, что моя собака заболела. Она перенесла операцию, и сейчас я приехала ее забирать, слава богу. Даже, честно сказать, я не могу вспомнить, когда же я ее привезла. Но она здесь уже находится много дней, потому что у нее было обострение, да, с болезнью. Вот, по итогу у нее гинекология на фоне, наверное, эндометрита или эндометриоза, как правильно сказать, я не помню. Вот, гидрометра у нее развилась, а потом уже гнойные появились выделения. Сейчас, конечно, не хочется об этом всем рассказывать. Хочется поскорее ее увидеть, здоровой, веселой. Представляю, как она обрадуется, когда меня увидит. Подъезжаем к Вете. Здравствуйте. Нет, забрать. Мне вчера звонили, сказали. Забираете. Да, сказали, можно. Сейчас пойду Олег Юрьевич спрошу, ну, что он там. Прям пять минут операция заканчивается. Ну и минут пять заполнить ему карту, чтобы он все назначение домой отдать. Можете здесь подождать. Меня так улыбнуло, конечно, звоню в клинику. Мне говорят, у нас уже сегодня звонили по Леоне. Несколько человек. Подписчики мои очень беспокоятся. Я говорю, да, заботливые. Да, слава богу. А попону ей надо будет носить? А мы сейчас с вами вместе завалим и посмотрим. И уже должно там все зажить. Представить не могу, как она сейчас выглядит. Такая, как была, или как она себя чувствует. Ой, гавкает кто-то. Это ты, что ли? Краса девица. Тебя в другую переместили, я смотрю, где ты ее. Леночка, привет! 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 Леона! Ой-ой-ой! Пойдем. Я этот сниму. Ну что, девушка? Лежи. Тебя еще. Ой, как щенок. И на бочок просто. Давайте вот так вот ее завалим. Лежи. Давай на бочок. Давай на другой. Мишка. Ой, здесь уже все зажило. Здесь уже все зажило. Все вообще сухенько, чистенько. Даже обрабатывать ничего не надо, да? Угу. Все, проблем никаких у нас теперь нету, да? Леона, ты так... Ну, то есть антибиотики, да? Иди сюда. Девочка, иди сюда. Иди ко мне. Тима, я ходила все такая, иди, ты такая маленькая куколка такая. Иди ко мне, сиди. Сиди, молодец. Вот интересно, что у них в голове, да, когда хозяев привозят, отдают и такие думают, блин, ну как вот дети, они же начинают переживать, нервничать, плакать. Ну, они, понимаете, она же постепенно к этому, ей настолько хреново было. Ну, в принципе, да. Дикая интоксикация, ей вообще ни до чего нет. Ну, в принципе, да. Без собак социально, мы быстро привыкли к нашим девчонкам. Тоже такая довольная, да. Ну, самое главное, процесс пошел, потому что у нас... Такой холосый. Холосый такой, да. Все? Спасли нас, да? Спасли нас, такой хороших девчонок. Общий клинический анализ крови 5 числа. То есть до 5 колем антибиотики. И 5 с вами сдаем клинику и решаем, продолжаем антибиотик, меняем. Какой-то еще препарат вместе с ним добавляем. Это все будет там от 5 числа. Хорошо. Не знаю, сказать не сказать эту сумму. Ну, десятка. Еще плюсом, потому что лекарства, и я плюс еще купила домой лекарства, потому что воспалительный процесс, и лейкоциты высокие. Но, сами видели, все хорошо, и с Шовчиком, и с собакой, и за стационар, за все заплатила. Так что итого у меня получилось 27 тысяч, ну почти 30.
Вот она меня сколько она меня вот нюхает, она меня не облизывает никогда. Лена, Лена, Лена! Интересно, смогу я проехать тут или нет? Так я устала по нашим колдобинам ездить, что поехала по полю. А на поле меня ждут, что меня тут ждет? Лужи. Зато какая красота. Да, хорошо, что можно эти лужи объехать потихонечку. Лена, Лена, Лена! Лена! Куда поскакала? Лена! Зато пришли зрители, а Лена поскакала вообще куда-то в посадке. Ну, вот так вот как-то. Может быть, Леона побежала какие-нибудь свои тайники, скрытые, закопанные, проверить. Я даже не знаю, но побежала она вон туда, аж вот по посадкам и дальше. Ну, точно не убежит, я думаю. Да-да-да-да-да-да-да. Теперь у Саши есть поводок специальный, есть, забыла, как это, пуходерки. Это все расчески для Леоны. Теперь Сашулька будет ухаживать за Леной. А почему теперь? Ну, потому что Леона у нас всегда на вольных хлебах. Она бегает, носится. И, в общем, Саша тут изъявила желание на день рождения получить собачку. А я сказала, что собачка будет только в том случае, если Саша докажет мне, что ее намерения очень серьезные. И все лето будет ухаживать. Все лето, да-да-да, все лето будет ухаживать за Леоной, гулять с ней, команды там всякие с ней выполнять. Ну, даже не в том смысле, что дрессировать, а просто гулять с ней на поводочке, кормить ее, ухаживать за ней. И если она это все выдержит в течение всего лета, то она свою персональную собаку получит. Так, а я пока жду наших гостей. Сейчас... Да-да-да, ты открывай. Я сейчас дойду до еще одних интересных людей, которые у меня... которые у меня, оказывается, работают, а я даже и знать не знала. Потому что они работают с другой стороны дома. Я заехала сзади, а сейчас смотрю, что-то мне там за мужчины такие. А там, оказывается, вон что происходит. Приехал Артур. Собирает леса. Ух ты! Ух ты! Как вы здесь уже много, кажется, собрали, а вы боялись, что Артур не приедет, что он теперь занялся своим кафе-рестораном. Нет, Артур меня не бросит. Да, Артур? Здравствуйте, здравствуйте. Не бросишь же меня, правда? Чего, все, дождались. Это вы давно здесь? С утра. С утра? Это... А, ну я уехала, да? Вы меня не застали ведь. И я вас не застала. На чем приехал? А я сзади приехала. Мне так устало долбиться по этой Туровке. Там можно по полям проехать. Ну и плюс мы Леону привезли. У нас же Леона была в больнице. И операцию делали. Да, ну теперь уже все позади. Еще где-то часочек. И приедут гости. А я не помню, что-то я говорила или не говорила. Гости, значит, приедут с козочкой. Да, потому что я решила меняться, раз продавать не получается козлов, то можно хотя бы поменяться. Я бы с удовольствием и на зерно бы поменялась, там, и на пилки, не знаю, на все что угодно, на сено. Но пока таких предложений, значит, не поступало. Зато поступило предложение, значит, на козочку поменяться. И я согласилась, потому что, ну, козочку вырастешь, молочная будет. У нее хорошие предки, я посмотрела. А это ты... Смотри, это специальная такая штучка. Вот так нажимаешь на кнопочку. Оп. То есть это пуходерка называется. То есть подшерсток. Нет, я ее еще пока не мыла. Но... помоем? Ну, не сейчас только. Потом. Вот если она линяет, то вот так, смотри, оп. И получается... Сейчас, подожди, я никак на это, с этой кнопкой не подружусь. Так, ну, девчонки, пошли гулять. Я думаю, это хорошая идея, потому что Саша, конечно, сейчас вторую собаку брать. Она может лечь на меня. Забота о новой собаке. Ой, у тебя права-то есть на машину? А? Умеешь кататься-то? Да. Ну, катайся. Ну, потихонечку мыть. Да, сейчас к нам приедут с козочкой маленькой. Буду мыть машину, потому что все-таки там везла собаку. И не совсем все там чисто теперь после нее. Мне завтра развозить молочные продукты.
телеграм-канале мне пишут все, кто живет поблизости, ну, с Тамбова, с Мичуринска. Это очень приятно, потому что все больше и больше заказов. Надежда появляется на то, что у меня будет много заказов, я буду хорошо зарабатывать на молоке. Стимул появился, вот честно. Сегодня троим женщинам отвезла, и двое из них уже как бы на второй раз заказывают, что тоже приятно. И главное ведь... Клиенты меня встречают с подарками. Я им, значит, продаю молоко. И я в таком неловком положении, потому что я не могу так тоже. Мне хочется сделать подарок. И сегодня я привезла им козьего масла, потому что многие почему-то стесняются его заказывать, считают, что это очень дорого там. Ну или, может быть, боятся, что это невкусно. А это очень вкусно. В общем, у меня тоже сегодня были подарки для моих подписчиков, заказчиков. Я не знаю, у меня все время ощущение, что это мои друзья. Поэтому, мои дорогие, если вам тоже хочется моих молочных продуктов, вы знаете, куда писать. В телеграм-канал, в чат телеграм-канала. Там увидим ваши сообщения и добавим вас в группу тамбовскую по молоку. Ну или в личку. Ой, какая классная у вас машина. Прям вот козлят возить. Самое оно прям. Вот я тоже вот прям. Здравствуйте. Ой, да? Спасибо большое. А что мне все подарки, подарки? А я как, не знаю кто. У вас вообще как... С молоком, ну, с молочными. Одна коза да? Да. Значит, надо вас угостить тоже. Здравствуйте. Где красота? Там. Сейчас посмотришь все. Приехала, да, тоже. Как тебя зовут? Ксюша. Ксюша? Какое красивое имя. Ксения. Спасибо. Все с подарками. Я в Тамбов еду, молочку отвожу. Меня там клиенты встречают с подарками. Мне же уже неудобно. Ну, я вас тоже ну, с пустыми... Хорошо. Нет, хорошо, конечно. Ой, какая ты газель. Газель. Сейчас на наших посмотрите. Прям, а я один в один, да, вторая же. Ну, ну понятно. Потемнее. Я поняла, да. Хи-хи-хи. Привет! Сейчас обалдеешь маленько, конечно, от количества козлов в нашем стаде. Да-да-да. То вдвоем, то сразу много. У нас сегодня крышу начали крыть. Или Леону мы привезли. Вот. Леонка, да нормально, только антибиотики еще поколоть ей, потому что лейкоциты высокие. Ну что, вот наши гости, а вот наша коза. Так вот, знакомьтесь. Татьяна, правильно помню? Вот. А вы давно, кстати, смотрите мой канал? Ой, как у вас Глори появилась перед Новым годом, а я с весны начала смотреть. Давно, это же 3 года, наверное. Ну да. Чайка. Через Кристину. Трофима. А, наша Кристина. Кристина, привет, если смотришь. А вы только кос смотрите? О, держите, извините. Ну, у меня лошадь своя тоже. Лошадь тоже есть? Да. Класс. Козочки. Вот. А лошадь какая и для каких целей? Для себя, для души. Конь? Кобыла? Жеребец, да. Жеребец еще жеребец. К тому же? Муж как это вообще выдерживает? Он очень спокойный. Муж. Жеребец. Я так подумала про мужа. Я подумала про мужа. Слушайте, обалдеть, жеребец еще и спокойный. Это вообще бывает, да? Бывает. Обалдеть. А как он к вам попал? Ну, у меня другая до этого была лошадь. То есть вы просто занимались, да? И... Ну да. А без лошади не могу. Как я вас понимаю. Вот, заходите. Может, еще какой-то другой приглянется. Сейчас посмотрим. Мы можем их выпустить. Давайте. Открывай, Ксюш. Прямо открывай, отходи, пускай бегут. Сейчас такой цветной коврик будет. Ой, ой. Ой-ой-ой-ой-ой. 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 Это новая девочка. Это новенькая девочка. Блин, как больно-то кусаются. Да? Терпела долго, 2 часа. Молодец, молодец. Вот так вот приехала и пометила. Вот первокотка, это Маша. Машина как раз, вот он стоит, познавашка, да. Это вот от Марины Тишкиной. Сантан. Вот. Нюшу я помню тоже. Цвет в имени, кстати, поменялся. Нормально. Я сначала испугалась. Нет, это нормально. Абсолютно. Приноровилась, глянь. Да, я знаю, что такое капельный, да, у них. Ну, посмотрим, посмотрим. Ее на обзор прислали. 106 тысяч она стоит.
Я за нее не платила, я за нее рекламу платила. Ну нет, я понимаю, что... 106, вот именно эта модель была совсем... Ну там много приблуд. Она без там определенных, вот без столика, допустим, только вот, ну, столик отдельно платится. Это все отдельно. Стойка вот эта вот, на которой висит блок. Потом я брала разные мешалки, и такие, и такие, и такие. В итоге все равно только одними лесками пользуюсь. Это тоже все отдельно. Быстросъемный кран тоже отдельно все оплачивать. Но я бы у них вот, не знаю, да, тут они еще на рекламу одну вряд ли, конечно. Я бы взяла, вот сейчас у меня три фазы, я бы взяла, конечно, на 380 и большего объема. Потому что вот это вот маленькими, ну что там, 30, по-моему. 30 литров, 3 килограмма сыра в день, а у меня молока 80, я могу 8 килограмм сыра делать. И смысл. А мыть все то же самое. И делать, главное, все то же самое. Так же стоишь, там же все равно нельзя отойти, там все равно приходится там поглядывать, как этот процесс весь происходит. Так, вот у нас козье, коровье. Так, сейчас, а, вот молочко. Парное. Да вы все попробуйте. Сейчас. Так, сейчас я. Где же вы цветочки-то нарвали, а? Куколки. Я не знаю, там на площадке. А, я так и думала. Вообще-то там школьная площадка, там не детская. Школа. Но у меня все пятнистые. У меня все пятнистые козы рожают обычных. Не пятнистые, пятнистых. Как это... Настя, а где твоя безрукавка? Смотри, не потеряй ее. Ксюша, поехали. Все, по чуть-чуть. Все, одного парня забрали уже, второго парня. Ой, у меня. Надо Ксюшку побыстрее в машину доехать. Как бы он это, да, не это выпрыгнул сразу. Вам туда. Все, пока-пока. Пока-пока-пока, счастливой дороги, с Богом. Сейчас мы закончим этот ролик. Подойду к Надежде. Я ничего не вижу, потому что солнце светит. Но солнце такое красивое, закатное. Я думаю, мы тоже тут красивые такие девочки прям, да? Ей! Ага, Леона открыть. Тут стоит около нас. Леона. Как будто не уезжала, да? Да, тут похудела чуть-чуть. Моя хорошая. Пока! Всем пока! Молодец! Ой, вот это лошадина у тебя. Я могу прыгать высоко. Давай. Нет. Прямо на глазах все поднимается, зелень. Это да. Какая красота. Это да. Я высоко на глазах. Да. Ну, хочу еще на тепсон потом пойти. Конечно, мы поедем на день рождения, Саша.